Девочки, добрый день. Сейчас приедут Леша с Юлей, повезут меня в Анапу. В общем, поеду, девочки, опять в Анапу. Вещи все заберу, девчонки. Ходили с ночевой. Нам надо еще в магазин сходить, в этот, где я обувь все время покупаю. У Алисы растет нога моментом прямо. Вот, и здесь таких нету. Там такие шикарные ботинки, я уже говорила. Кроссовки, ботинки. И вот как раз у меня же там скидка хорошая. И как раз размеры все большие разобрали. А вот остались 36-й. И как раз ей прямо на узенькую ножку. И хочется заехать, посмотреть что-нибудь. Ну, в общем, рано мы не ездим. Это Михалыч только в 4 утра всех 6 поднимает. И все, давайте Европам по галопам, все какие-то, знаете, чтобы дороги были ему свободные, чтобы по холодку, по свободнее дороги. Какая разница, едь да и едь. Ну да, ты же не за рулем, а вот, типа, вот. И Леша говорит, встанем, проснемся, поедим и приедем. Сколько, если из Северской ехать, сегодня суббота, может быть, пробка там. Ну и Блановского на мосту. Ну, в общем, время 12 час. Если даже в 12 мы выйдем отсюда, то в 2 часа будем там. И, в принципе, мы до 4 все сделаем, до 5. Покушаем в ресторанчике. Девочки, кот надо взять. Надо взять кот. Он у меня есть, кот. Но он у меня, знаете, почему-то с сайта госуслуг отобразился без надписи верхней. Я тогда с тобой на всякий случай возьму прививочный лист. И это будет нормально. А ты у меня прививочный лист. Сейчас найдем, девочки, прививочный лист. Так, запрячу, блин, куда? Куда все запрячу? Ну, что так далеко? Вот он. Вот он у меня. Он еще и прикола, девочки. Еще и приколола. У меня же все по папкам лежит. Возьму его, положу, пусть лежит, и, знаете, есть пить не просит, сумочку вместе с паспортом. Я паспорт всегда с собой беру, когда куда-то еду. Вот, о плохом не думаю, но мало ли что так, вот знаете, в дороге, не дай бог, что случится, паспорт всегда нужен, прививочный лист. Так что, девочки, вот такие дела. Я поставила тытьке варить мясо, ключи Михалычу оставлю. Вот. А что, мясо варится? Не варится на троечке. Закрой, пусть варится. На троечке. А почему не варится нифига? Закрыть надо. Ага, все будет кипеть. Все, я съела яблочко с семеринку. 10 раз переоделась, девочки, потому что джинсы все большие. Большие джинсы. Только вот в эти более-менее толстовку. В том году она, смотрите, болтается, девочки, все болтается. Все, я одену кроссовки и розовую свою одену. Так, все, подготовилась я. Я готова. Ой, господи, напугал ты меня. Блядь, аж прямо... Ой, прям вообще сердце что-то оборвалось. Аж Тедя соскочил. Боишься? Все боюсь, блядь. Так, а что, приду, так когда выключать? Не надо, в 12 в час выключишь. А как она выключается? Нажмешь на кнопку. Как у тебя, так у меня. Господи, ну что ты? На ноль. Какой на ноль? Не надо ничего трогать. Просто выключишь. Я не знаю, как выключать. Что-то не знаю. Что нажимать? Я такой... Ну, у тебя такая же плита. Да, плита все, будет. Да, да, вы выключение, да. Через часа два, да? Ну, не два, время, что, в 12 час? Пол 12 уже? Да. Ну, в час выключишь. Так, это я возьму с собой. На всякий случай. Что ты делаешь, ходишь? Ну, смотрю, что. Ой, видео как... сейчас смотрел твое. Ну, что?
Ну, все, нормально все. Что это, уже подъезжают? Нет, никто не звонил еще. Ну, в общем, оставайся на хозяйстве, нигде не лазь здесь, не вздумай пить мне. Кого? У тебя ребенок сегодня под присмотром. Кого пить-то? Ты по вино пойдешь в холодильник, ну, это ковор, это сладкий ковор. Пиво не пей, придешь, я не приеду, тогда только пойдешь. Потому что, не дай бог, собаку еще потеряешь мне. Там уже пишут девочки, наверное, нашли с кем оставлять. Ты приедешь, уже поздно будет. Я приеду, уже будет поздно пить ему. Пить ему поздно уже будет, я девочки. Уже спать буду. Представляете? Я в 9 часов уже спать. Михалыч, ты в 9 часов только бежишь в магазин. Нет. Да. Я сплю в 9, ты что? Ага. Локалея. Нет. Ну, нет. Потом бегаешь. У меня же открыто это окно. Какое? Вот здесь. Ничего. И я слышу, как ты балконной дверью, как ты ходишь, куришь. И весь дым сюда. Да. Спит он, ну, в 9 вечера. А то, я не знаю, у меня везде контроль над тобой. Везде. Лифт. Я почему убрала кровать, с той комнаты переехала? Потому что он всю ночь бегает, скачет. И лифт туда-сюда, туда-сюда. И открывается на нашем этаже. А при чем здесь лифт? И такой грохот стоит там. Ну, лифта не слышно, это у меня там. Ну, ты лифт. Спал прямо, ну, не слышно у меня тут лифта. Слышно? А я думал, не слышно у тебя. Пожарный же подъезд там у тебя, лестница. А у меня-то прямо вот лифт уже рядом. Пожарный подъезд. Да, у тебя не может быть. Девочки, заберу картину свою. Задеру? Заберу в Анапе. Хочу подарить с хризантенами Юле. На день рождения? В квартиру. На день рождения? Да? Подарок? Нет, день рождения 16-го. Ну и что? Помнишь? Ну я-то своих детей помню, я твой день рождения могу не помнить. Ну ты хорошо, мое-то помнишь. Нет. Ну конечно. 10 января, ну, мама умерла в этот день, ну, поэтому вот. И помню. Ну вот. А так строго не помню. Видишь, как запоминается. То начиная 11-го. Какого 11-го? Ну, 11 января, потом думаю, нет, вроде 10 января. Я вообще не запоминаю. 6 января у Тедди. 6 января. Это Тедди сколько уже будет? 2 года. 2 года будет. А я все говорю, год и 8. Сколько Тедди? Год и 8, год и 8. Тедди уже не год и 8. У папы моего. Год и 10 Тедди уже. 6 января. Я не помню своих даже родителей. Тебе ему будет 85. Было. Так. Тебя 29-го. Да? Ну уж меня-то запомнишь, как запомнил. Ну что уж. Я уж на всю жизнь у тебя в память-то врезалась. У Алисы 20 какого? 6-го? 26-го. Ну вот. Начинаются праздники. Предновогодние дни рождения, Новый год. И далее. Дни рождения. Старый Новый год. Новый год. Так что, девочки, вот такие дела. Короче, мы все-таки едем. Михалыч, мы едем все-таки с ночевой, потому что у нас не получилось приехать рано. Вот, в Анапу приедем и все дела не сделаем. Поэтому мы остаемся в Анапе с ночевкой. Алисенька у меня валяется. Папарацци работает. А что вы хотите? А что, погода прямо прекрасная, солнце прохладненько, шикарно. Конечно, все едут отдыхать и с детьми на море. Вся Москва летит, Крым, едет, Сочи, Крым, Сочи. Море, все на неделю. На все неделю. Отели забронированы. Еще неделю назад уже было объявление, что все забронировано. Все. В Сочи местное население не довольны, что очень много отдыхающих. Они привыкли, что зимой более-менее хоть отдыхают от летних.
Ну, на них не угодишь. Не угодишь, да, не угодишь. Вот. Покрасили прямо через город. Ну, как хочешь. У нас же есть штурман. Мы до Новороссийска уже доезжаем, что ли? Мы приехали до этого, да? Абинск, да, Юрий? Да, Абинск. Да, если честно, нам уже немножко осталось. Ну, часа полтора, может. Ну, километров 80, наверное. Да, 80 километров. Юля хочет кушать. Я тоже хочу. Мы на переезде в Новороссийске, девочки, это вот. Это вот цементные заводы в Новороссийске. Мне в Новороссийске. 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 Прямо перед нами. Перед нами газель остановилась и переезд закрыли. А зачем мы не закрывали, да? Ну, не чистили, может быть, много транспорта было. Приостановили чуть-чуть. Может, еще что-нибудь. Что ты там ешь вкусное? Булочку. Булка с сыром и с ветчиной. Понятно. У меня есть еще сладкое. Хочешь? Сладкое с чем? Вот, бабуль. Нет, это печенье. Не, я печенье не буду. Они вкусные. Ой, пекан давай. О, господи, я сейчас буду. Держитесь. Особенно мне пекан с водой нормально. Пытаемся засунуть себе хлеб в рот. Чем? Хлеб уже, как всегда, нас спасает. Это я вас спасаю. Мы сейчас реально на Новороссийске? Угу. Мам, мы на Новороссийске? Солнечно, плюс 15. Мы в Верхнепоканском. О! О! Штаны сподобаются! Молодчина. Девочки, мы пошли в турецкий магазин. Немножко не доехали квартал с Лешей. Ну ничего, зато машину удачно припарковали. И сейчас в магазинчик сходим. Алисе. Это охренительные духи, которые раскрываются потом. Я еду в машине, сняла куртку, и они начали от тепла, начинают благоухать. По-разному причем. Да. Девочки, ну все. Я решила зятю показать свою любимую кондитерскую, которая вкусно пахнет по утрам, сильно по утрам. Вот она, космос. Посмотрю я сейчас, что он будет выбирать. Мне даже самой интересно. Смотрите там, сколько все. Здравствуйте. Вот она, знаменитая советская кондитерская. Леша, смотри, сколько все. Это у нас уже пустые крыла. Нормально. Вот он рулет, Лёш. Только я не знаю, с чем он. И вот они, трубочки белковые. Вот они. Их нигде нету сейчас, этих трубочек белковых. Это прям белковый крем, да? Да. Дайте мне, пожалуйста. Трубочек белковых. И вон они рулетик. Видишь, лежат. А тебе чьё же? Хорошо. Сколько трубочек? Бомбическое. Мне не надо. Нет, Лёш. Я не буду сахар. А вот эти кольца с масляным кремом, да? Леша, кольца с масляным кремом. Не. Именно вот. А я не знаю, может, с белковым. Спроси. Кольцо творожное. Не знаю, я буду попробовать. Выпечка какая шикарная. А рулетов скоро бой нету? Рулеты у нас бывают вишня и крем. Но крем закончился. Курагу, пожалуйста, пирожки по 40 рублей. Черносливом по 40 рублей. Дайте мне еще один сочин попробовать с творогом. Сочни? Сочни. Леша, сочни два возьми. Сочни два. Они пойдут в номера.
чуть-чуть еще. Баклажановая девочка. А где лепешка-то? Сейчас принесу. Самолетик летит, летит. Девочки, Алиса запросила фруктовую тарелку. Юля возмущалась, фруктов дома навалом. Я говорю, да закажите ей фруктовую тарелку, да мы не заказывали. В ресторан Брынза вот такую фруктовую тарелочку нарезают, девочки, это бомба. Это просто бомбически. Это неправда. Красота. Фруктовую тарелку и фарават. Ух, шашлык. Давайте, уберите тарелочку лишь. Давайте. Сашка, позови ее, пожалуйста, быстро. Я поэтому Брынзу люблю. Ресторан. Такие штучки. Божественно. Вкусное мясо. Нежное тесто. Внутри много-много мяса. Мало теста. Бабуля, внутри много-много теста. Мало теста. Обалденно. Мало теста. Тесто тоненькое. Мало нежненькое. Теста. Нежненькое. Мясо очень вкусное. Бабуля, скажи, мало теста, много мяса. Кушай давай, не рассуждай. Скажи. Я не знаю, где они берут мясо, но в Адаге мясо намного вкуснее, чем в Краснодаре. Бабуля, скажи, мало теста, много мяса. Много мяса. Много мяса. Мяса много. А у Леши что-то вкусненько тоже? Так, ну, девочки, ну что, хинкали мы с Лешей съели. Юля не стала доедать блинчики. Блинчики сделаны лаваш, тоненький лаваш. Внутри сыр и сыр сулугуни, разный соленый, там еще какой-то не стало есть. Не понравилось. Сырную тарелку, эту фруктовую тарелку Алиса. Так, с краешку пощипала, остальное девушка нам все упаковала. Да, спасибо. И чай обалденный, сижу пью, думаю, почему мы дома не пьем вот из таких вот маленьких стаканчиков. Прям так удобно, так хорошо быстро остывает. Прям приятно пить. Зубы у кого-то поудивили? О чем речь? Жевать или резинку будешь, Найка? Да, давай. На тебе все. Зайка. У мамы там прилипнет, наверное. У меня тоже прилипнет какой-то смысл. Так, денег. Насколько мы, Леша, дай поели, денег. Покушали? Дай денег. Денег дай. Дай денег. На чай дай. Дай на чай. У меня нет, мне мелочи, ни копейки. Ну как нет? Вот так вот. Нету, вот таких даже у меня нету. Вот 150 положи, хватит. Ты что? Хочешь 100 положи, без разницы. Мало что-то. Ну, конечно, сейчас. Не те времена, когда, знаешь, по 300, по 400, по 500 рублей клали. Ну, тут все как раз такое для 400 рублей. Ничего, 150, сколько есть. Сейчас жизнь такая. Пусть включают сразу в этот, в расчет. Они включают. Ну, вот. Мы же не считаем, нам без разницы. Сразу включили и все. Девочки, ну у нас день не закончился. Мы зашли еще в Перекресток. Купили колбаски. А хлеба купили? Хлеба не купили. И я вот увидела, девочки, накройте новогодний стол. Посмотрите, какие бокалы. Шикарные Перекресток. Леонардо. Леша встал в станцию самообслуживания. Где? Станция самообслуживания. Хлеб.